Неврологическая музыкальная терапия – это один из подходов. То есть вот, когда музыкальный терапевт получил высшее образование, он получил сертификацию, после этого он может пройти более узкую специализацию. У кого-то лежит душа к работе с пожилыми, например, у кого-то кто-то работает в медицинской музыкальной терапии с детьми, например. Кто-то работает в неврологической музыкальной терапии. Есть курсы повышения квалификации. Это такая более узкая специализация, которая базируется в общем и целом на базе музыкальной терапии, но имеет свои особенности. Сейчас я о них расскажу. Официальное определение от отцов и матерей-основателей неврологической музыкальной терапии – это терапевтическое применение музыки при когнитивных, сенсорных и двигательных нарушениях, возникших вследствие неврологических заболеваний и травм. Главная фигура в неврологической музыкальной терапии – Майкл Клауд. Он работает в Колорадо, в университете Колорадо. Он жив и здравствует. И он, в частности, автор многих протоколов для реабилитации при когнитивных, сенсорных и моторных расстройствах неврологического характера. Более всего исследованы воздействие музыки, более всего исследовано при инсульте, черепно-мозговых травмах, коме, болезни Паркинсона, болезни Хантингтона и рассеянном склерозе. Есть пока не очень обширные, но начинающиеся исследования в других областях, при ДЦП, при задержках развития, при болезнях старости. Направление достаточно новое, то есть началось в 80-е годы, в 90-е это получило, оформилось в отдельный подвид музыкальной терапии, поэтому пока еще возможности очень обширные, особенно учитывая все более развивающиеся средства и возможности исследования, да, то есть электромагнитные исследования, сканирование мозга и так далее, новые технологии. То, на чем основывается музыкальная терапия, называется Rational Scientific Mediated Model. Это модель, которая, научная модель, которая изучает связь между музыкальным и немузыкальным поведением и главные возможности использования музыки для достижения немузыкальных целей. Я думаю, многие из вас знают о неврологе по имени Оливер Сакс, который исследовал воздействие музыки на человека. И мне хочется показать еще небольшое видео о том, в котором Оливер Сакс выступает как объект исследования. Он говорит, что с детства любит Баха и копченый лосось. А Бетховен он недолюбливает, и вот проводят сканирование его головного мозга, реакцию его на музыку, и параллельно он сам оценивает, как ему понравился отрывок музыки. В одном случае Бах, в другом случае Бетховен. Я просто рассказываю, потому что видео по-английски, я знаю, что некоторые из вас говорят по-английски, но кто-то, возможно, не говорит. То есть первый эксперимент ему дает послушать знакомое произведение Баха и, по-моему, знакомое произведение Бетховена. Он реагирует определенным образом на Баха. Он по шкале от 1 до 7 говорит, что да, мне понравился Бах, но не понравился Бетховен. И мы видим, что происходит на сканах головного мозга в этот момент. А вторая часть эксперимента ему дает послушать незнакомые, но очень сходные по стилистике, то есть хоровая музыка примерно в одном темпе, примерно в одном ключе, музыка Баха и Бетховена, и он не видит различия между этими отрывками, но его мозг реагирует тоже по-своему. Corporate funding for NOVA is provided by. Foundation funding is provided by. The well-known writer and neurologist Oliver Sacks is exploring the idea of how the brain reacts to music. He is trying to figure out why some brains can't decode music at all, while others are sensitive to the slightest musical nuance. In general, I'm a Bach lover and have always been, you know, even when I was a
a kid when I was five, I'm told that I was asked what my favorite things in the world were, and I said smoked salmon and Bach. Mm. And 7 years later, in his quest, Dr. Sachs is offering himself up as a test subject. A team of neuroscientists at Columbia University have designed a test that will reveal if the brain of Dr. Sachs loves Bach as much as he does. Roll back and forth. Hal Hinkle gives Dr. Sachs a device to rate his emotions. While at the same time, a scan will record the activity of his brain. He'll hear two pieces of music, one by Bach and one by Beethoven. First the Bach, then the Beethoven. The composers are different, but the music shares certain qualities. Oliver, that completes the first emotional scan. I would like to hear how that was for you. The Bach sort of blew me away, especially that point where the soprano came in. Говорят, что Бах тронул его очень сильно, особенно когда сопрано начало петь, а Бетховен на него никак не повлиял вообще эмоционально. The results of the scan amazingly seem to confirm his feelings. И скан показывает то, что... What you can see, just in an immediate overview here, that this is your Bach brain, and this is your Beethoven brain. Sorry, Ludwig. There's not much there. Bach clearly excited much of his brain, including the many regions essential to appreciating the complexity of music. But unlike Beethoven, Bach activated the amygdala, which is vital to processing emotions. Here we see large activity associated with the right amygdala when you're listening to Bach. There is none of that when you are listening to Bach. Когда он слушает Бетховена, там никакой активности не происходит вообще. But during another part of the test, Dr. Sachs was unable to distinguish Bach from Beethoven. Again, we'd like to hear what your response was to it. Во второй раз Оливер Сакс не может различить, что написал Бетховен, что написал Бах. И ни то, ни другое его не тронуло. But his brain tells a different story. The remarkable finding for you was even when you might have thought it was Beethoven. Even when I was confused. Your brain can tell Bach from Beethoven. Но в мозгу, тем не менее, Dr. Sachs clearly favors Bach over Beethoven. Баха. Even when he can tell them apart, the brain scan on the left still shows increased activity. So in fact, his brain recognizes the difference and makes its preference clear. И я сразу хочу сказать, что это не значит, что Бах целительнее, чем Бетховен. Это просто частный случай того, что вот Оливер Сакс на него сильнее будет действовать, он больше будет мотивировать музыку Баха, и это очень важно учитывать при музыкальной терапии. Музыкальная терапия, как правило, использует музыку мотивирующую, предпочитаемую клиентам, пациентам. Она мотивирует пациента сильнее для какой-то работы там, или просто эмоционально затрагивает пациента сильнее. Я хочу просто очень кратко здесь перечислены некоторые протоколы неврологической музыкальной терапии. Я принесла две копии полных протоколов, они лежат вот здесь на столе, и также там лежат еще некоторые исследования, все на английском языке, простите, пожалуйста, кроме протоколов по боковому амиотрофическому склерозу. Можно будет их посмотреть, также они есть в интернете, просто вот они перечислены, сейчас я подробнее о них буду говорить. И давайте перейдем к уже непосредственным диагнозам. Я объединяю инсульт и черепно-мозговую травму, потому что, в общем, природа чуть-чуть разная, но результаты примерно одинаковые. И методы работы тоже похожи.
Да, но поскольку все неврологи не будут на это восстанавливаться, да, есть нарушения определенные при инсульте, когнитивные, коммуникативные, физические и социоэмотивные. И свои нарушения при черепно-мозговых травмах, опять же, когнитивные, коммуникативные, сенсомоторные и социоэмотивные. Как происходит реабилитация при инсульте и черепно-мозговых травмах? Мы знаем о том, что существует такое понятие, как пластичность мозга, да, что возможно реорганизация нейронных сетей, которая самопроизвольно происходит на протяжении 3-6 месяцев после травмы, после инсульта. То есть организм способен самостоятельно восстановить какие-то, реабилитировать какие-то свои функции. После этого времени, ну и в это время тоже, но после этого времени особенно важна реабилитация, терапия, которая может помочь организму реабилитироваться вполне. Есть исследования, которые показывают, что долгосрочная терапия способна значительно улучшить жизненные функции пациента. Кроме того, есть такой психологический эффект. Часто долгосрочные дисфункции у пациентов с черепно-мозговыми травмами связаны не с потерей способности во время несчастного случая, а с приобретенным, усвоенным неиспользованием этой способности. Да? То есть человек не пользуется ослабленной рукой, потому что ему там или стыдно, или неловко, или непривычно, и из-за этого она перестает функционировать, ну, или совсем, то есть как бы реабилитация не происходит. Как вписано в эту неврологическую музыкальную терапию. Музыкальный терапевт входит в многопрофильную команду специалистов наряду с врачом, психологом, социальным работником, физиотерапевтом, логопедом, трудотерапевтом. И он может работать с нарушениями в нескольких областях, как мы говорили уже, да, то есть это может быть и психологическая поддержка, и физиологические функции, и речь, и так далее. И важно, что музыкальный терапевт может обеспечить индивидуальный подход к целям каждого клиента в группе. Это может быть эффективнее в денежном плане в том числе. Ну вот просто при черепно-мозговых и травмах и инсульте, какие возможны вообще варианты? Одна из методик – музыкальная сенсорная ориентация. Когда человек дезориентирован, использование музыки, прослушивание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, движение под музыку, даже очень элементарная рука вверх, рука вниз, может помочь человеку сориентироваться. При этом музыка мотивирует человека, он не будет сидеть в течение получаса, двигать рукой, но, может быть, он будет это делать под любимую музыку в какой-то степени. Прослушивание знакомой, любимой, но предпочитаемой музыки, в случае Оливера Сакса это будет Бах, может вызвать реакцию при коме, когда человек не отвечает, может снять стресс и способствовать ориентации на начальных стадиях реабилитации, когда человек раздражен, да, то есть спокойная, предпочитаемая музыка может его успокоить в некоторой степени и сориентировать в реальности. Тренировка внимания. Музыка привлекает внимание, потому что ее трудно игнорировать, в силу того, что это наша врожденная способность, в силу того, что трудно отфильтровывать ее. Музыка невольно привлекает, и если мы правильно подобрали музыку, то можно пациенту помочь развить общее внимание, перцепции. То есть в общем и целом он слышит, он понимает, где находится источник звука, например. И после этого перейти к более частным задачам, например, запоминанию каких-то коротких мелодий, запоминанию последовательности игры на музыкальных инструментах или запоминанию ритма. И после этого музыкальный терапевт будет работать над тем, чтобы обобщить результат вне музыкальной терапии, чтобы способность к запоминанию, способность внимания сохранилась. Работа с синдромом игнорирования. Во-первых, можно играть на инструменте двумя руками, да, поэтому лево-право у нас будут задействованы. Можно двигаться в сторону звука,
Можно играть гаммы на фортепиано или маримбе, да, но на маримбе проще, потому что это такое более общее движение, не требует мелкой моторики. То есть, когда человек играет, играет, он волей-неволей увлекается, понимает, что там что-то еще находится. Можно располагать инструмент, например, да, вот есть инструмент, по нем играет, и в какой-то момент инструмент оказывается в зоне игнорирования. Простите, я не знаю точных терминов по-русски, но то есть вот так, в той зоне, которой человек не реагирует. Да, про тренировку внимания, например, можно какой-то комбинации играть, там, вот, треугольник и круг, да, музыкальный терапевт играет и просит повторить пациента. И пациент, ну, все усложняющиеся серии упражнений может помочь пациенту постепенно наладить какие-то когнитивные функции, реабилитировать. Музыка может быть применена как мнемоническое средство, это подтверждается многими исследованиями. Исследования показывают, что текст с мелодией, рифмованный, он лучше запоминается, чем, скажем, просто рифмованное там стихотворение, потому что музыка становится еще одним таким закрепляющим средством. Кроме того, в песнях музыка структурирована, информацию можно давать порционно, песни можно использовать как уже существующие с переделкой текста, например, так и писать какие-то новые, простые мелодические песни для того, чтобы люди запоминали информацию. Многие из вас знают песни про английский алфавит, да? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, P. То есть вот эта вот информация, которую трудно запомнить ребенку в данном случае, да, который изучает английский язык, она очень легко запоминается в виде песни. Точно так же дело обстоит с практически любой другой информацией. И для тренировки памяти можно разучивать новые песни. Лучше разучивать песни проще, чем, скажем, даже стихотворение. Это более... Часто это мотивирует сильнее человека, потому что это... Ну, такое досуговое практически времяпрепровождение. Есть более специфические тесты, да, специфические методы работы с перцепцией, когда просят сравнить звуки, объединенные в пары, развивают музыкальное восприятие, высокий звук, низкий звук, ритм сложный, простой и так далее. И это может, опять же, давать какой-то генерализируемый, обобщающий результат вне музыки. Мелодическая интонационная терапия, она полезна при экспрессивной афазии, при апраксии речи, когда я работала в психиатрической больнице, где человек был с очень сильной афазией экспрессивной, он поначалу отказывался участвовать в музыкальной группе и вообще общаться хоть с кем-либо. Он сидел на своей кровати большую часть времени и просто ни с кем не общался, потому что у него были проблемы с речью и, соответственно, психологические проблемы тоже с этим связаны. И мне его удалось как-то один раз убедить, что нужно прийти на музыкальную группу, и оказалось, что на музыкальной группе он легко мог петь знакомые песни. Он Битлз очень любил, например. То есть в музыкальной группе он пел то, что он уже знал, и постепенно мы с ним стали... Ну, есть такая методика вопрос-ответ, да, там «Привет, как дела?» и «Дела у меня», и там я оставляю ему возможность вставить там последнее какое-то слово, построив в целом за него фразу. Он начал общаться и выражать какие-то свои эмоции, выражать свои... очень простые на том уровне пожелания, чего он раньше не мог делать, чего он не мог делать вне музыки. Это не было целью в той среде, в которой я работала, но просто эффект был очевиден, и это часто бывает так. При экспрессивной афазии очень помогает, если специально работать именно над этим, пропевание простых фраз с простыми интонациями. Сейчас по-русски это будут другие интонации. Ну, то есть, например, можно
Привет, меня зовут Алиса. И вот такие фразы простые пропевать пациентам легче, чем проговаривать. И постепенно вот это пропевание, оно сводится. То есть сначала музыкальный терапевт и пациент сидят лицом друг к другу, пропевают, вот, насколько это возможно, эти фразы, а потом все переводится в речитатив, да, то есть это такое уже без четких мелодических контуров, просто распевная речь, и от речитатива уже можно перейти к речи. И это не требует каких-то выдающихся музыкальных способностей от пациента. Иногда достаточно просто слушать музыкального терапевта и копировать. И при этом происходит не перенаправление нейронных связей в другое полушарие, а восстановление их поврежденных. Еще один вид стимуляции речи, музыкальная стимуляция речи. Часто в музыке пациенты будут реагировать на знакомые ситуации. То есть если музыкальный терапевт в песне поет «Привет», то часто пациент в структурированном пространстве тоже ответит «Привет». Или если музыкальный терапевт споет «Жил-да-был черный кот», пациент чаще всего ответит, что он жил за углом. И после этого, после работы в контексте песен, можно переходить к более специфическим таким тоже методом работы, да, то есть от общих песен перейти, просто уже налажен контакт, и можно перейти к более такой серьезной работе и обобщить результат, опять же. Ритмическая, не знаю, сигнализация речи позволяет контролировать скорость потока речи. Практика показывает, что музыка, она позволяет замедлить поток речи, а замедленный поток речи часто звучит чище, артикуляционно, просодически, дыхание более размеренно, чем просто в речи. И музыка позволяет это сделать. В этом случае, как правило, используется еще и физический ключ. Да? То есть музыкальный терапевт будет говорить «Здравствуйте», иногда взяв руку пациента, иногда пациент будет просто копировать движение. Да? И если они поют «Здравствуйте», то мы ожидаем, что через какое-то количество занятий вот эта вот внешняя стимуляция не потребуется, и от пропевания можно будет перейти к разговору, в котором мы надеемся, что будут более четкие особенности артикуляции, да, дыхания. Это понятно, что это занимает некоторое время, это не один сеанс, это длительный процесс. Я хочу показать видео еще одно. Это вокально-моторное упражнение, респираторное упражнение, которое используется для того, чтобы повысить жизненную емкость легких, чтобы улучшить артикуляцию. Тренируются отдельные органы речи, со звуком или без, можно выдыхать под музыку и играть на духовых и так далее. Поскольку одни и те же нейроны, одни и те же мышцы задействованы для того, чтобы говорить, дышать и глотать, музыкальные упражнения помогают, соответственно, восстановить дыхание, глотание и речь. Не используют мелодику, трубочка, в которой поступает воздух. И ассистент музыкального терапевта играет, если она нажимает, а потока воздуха нет от пациента, то звука нет. Поэтому здесь немедленная отдача, немедленный отзыв. Thank you.
это один из видов, один из подвидов этой техники, ЛМРЕКС. Работа с физическими нарушениями. Есть два вида движения. Есть движение под музыку, когда музыка выступает в качестве структурирующей, что ли, среды, в которой происходит движение. Да? Физкультура, просто физиотерапия под музыку более эффективна, чем физиотерапия без музыки. И есть движение при музицировании, когда, например, музыкальный терапевт поет песню, а пациент подыгрывает на инструменте, в темпе, в ритме. И причем инструменты для этого могут быть разные. Давайте я сейчас покажу инструменты. Инструменты подбираются так, чтобы работать над целями, которые есть в данный момент у пациента. То есть по барабану можно играть рукой, причем можно держать барабан в руке и играть другой рукой. Да? Можно делать так, чтобы помощник музыкального терапевта или сам музыкальный терапевт держали, а пациент, соответственно, играл либо правой, либо левой рукой, либо ногой иногда, да, если есть такая потребность. Кроме того, можно играть не рукой, а молоточком. Соответственно, совершенно другая группа мышц задействована. Кастаньеты, они, соответственно, тоже задействуют. Да? Мышцы кисти руки, то, что мы используем для писания, для письма, для питания. Шейкер тоже может быть либо такой, при котором необходимо задействовать кисть. Да? Простите, пожалуйста, я не знаю терминологии по-русски, я не знаю, есть ли она, то, что там есть pincer grasp, есть другие вещи. Вот. Можно взять такой шейкер, тогда работа будет от локтя или от плеча. Да? То есть можно постепенно перейти вот от этого движения более дифференцированному, более сложному движению. Необходима двуручная деятельность, координация. Можно сделать что-то такое. Естественно, все это происходит не само по себе, а в контексте там, любимой песни, которая звучит, и человек сам по себе хочет подыгрывать, и он просто отзывается на это. То есть это не выглядит как какая-то тяжелая работа, которую выполняет пациент. Треугольник. Это, во-первых, мелкая моторика, во-вторых, координация, если человек может держать обе части инструмента. Да. Кроме того, можно, если необходимо развить одну руку, то музыкальный терапевт может помещать, или если синдром игнорирования, да, можно перемещать в разные стороны. И, соответственно, это тоже требует координации. Мне просто хочу показать, так, губная гармошка, все знают, что такое губная гармошка, очень помогает для развития респираторной функции. Если человек, например, считает, что он поет плохо, что медведь на ухо наступил, то можно дать ему губную гармошку, и он таким образом будет участвовать в музицировании. Но это просто очень-очень такой минимальный набор, я просто хотела показать общий принцип, чтобы стало понятно, что там примерно происходит. При движении под музыку есть три основных принципа, которые используются, почему движение под музыку так хорошо. Во-первых, есть такое понятие аудиоспинальной координации, когда возбуждение нейронов слуховой системы приводит к автоматическому возбуждению нейронов двигательной системы, и нейроны двигательной системы автоматически становятся готовы к действию. То есть человек еще ничего не делает, он только слышит ритмичную музыку, негромкую, она должна быть ниже уровня, на котором возникает рефлекс Моро, да, то есть примерно 100 дБ на расстоянии, там 25 сантиметров, кажется, я могу ошибаться. И это уже готовит человека, то есть он в более таком возбужденном состоянии, у него нейронная система, и ему проще будет начать двигаться, чем если музыки нет.
Есть такое понятие навязывания ритма, когда моторно-двигательная система синхронизируется под внешний ритм. Когда человек слышит метроном или очень четкую такую музыку, то поскольку ритм активируется в стволе головного мозга, то его респираторные функции, его пульс, его двигательные какие-то способности, они уже начинают вот подлаживаться под внешний ритм. Это происходит автоматически, человек при этом не должен когнитивно ничего продумывать для этого. Я потом покажу видео, как это работает, чуть-чуть попозже, когда будем говорить про болезнь Паркинсона. Да. Ну вот здесь описано, как внешний ритм запускает биологический ритм. Да. И есть еще понятие паттерновой сенсорной стимуляции. Ритм помогает планировать и осуществлять последовательность действий, например, поднесение чашки ко рту, да, или доставание чего-нибудь с верхней полки. Причем это происходит не раз, два, три, четыре, а вот, согласно исследованию, когда мы двигаемся в такт, наш мозг не синхронизирует движение с долями такта, да, вот не под какие-то четкие доли, а он рассчитывает время от одного удара, ну, там, от одной доли такта до другой, и за счет этого движение происходит плавно. Просто эти движения организованы во времени, и за счет этого они становятся более плавными, а не то, что человек по сигналу вот, раз, два, три, четыре, он выполняет каждое движение под определенную долю. Это опять же происходит автоматически. При музицировании, вот то, что, о чем я говорила, да, когда человек слышит любимую песню и играет под ней, происходит, во-первых, мгновенная обратная связь. Если человек поет, если человек слышит какую-то мелодию и пытается под нее играть, то он, скорее всего, услышит, если он ударил не вовремя, да, то есть он пытается там, не знаю. Ой, мороз, мороз, не мороз меня. То есть он услышит, что он куда-то не туда ударил, даже если он... У него нет еще функциональной этой способности, то он будет стараться играть долю. При этом виде занятий у него есть мотивация, потому что под музыку играть удобнее и приятнее, чем без музыки. И есть понятие моторной памяти, как у пианистов или у тех, кто, вот, может быть, владеет музыкальными инструментами. Здесь есть память пальцев, когда мы выучили какое-то произведение, пальцы помнят, мы можем осознанно это не помнить, а сесть через 10 лет за инструмент и сыграть, ну, может быть, там какие-то участки выпадут, но, в принципе, пальцы будут вот помнить, и без нашего ментального усилия мы сможем что-то озвучить. Хочу показать еще одно видео. Терапевтическая игра на музыкальных инструментах. Кажется, это пациент... Я не знаю, с каким он диагнозом, не буду говорить. Но цель – разработать координацию. Ходьбу. На шведском, кажется, языке, поэтому я даже не понимаю, о чем речь. Терапевт не просто подставляет, но она создает еще дополнительную структуру, во-первых, пения, но во-вторых, тем, что она ударяет их там по себе, да, то есть получается четыре доли, там, ну, более дифференцированная структура, чем если просто две доли, в которые он играет. Социоэмотивные нарушения при черепно-мозговых травмах и после инсульта. Музыкальная терапия позволяет способствовать релаксации, снижению тревожности и предоставляет позитивный опыт, да, человек не может многих вещей, которые он раньше мог, он, ну, как-то в какой-то новой для себя ситуации,
Музыка дает ему позитивный опыт, он слышит любимую музыку, он, может быть, поет, он, может быть, играет, у него что-то получается, потому что музыка очень, музыкальная терапия подчеркивает возможности человека, а не его утерянные возможности. И от этого у него появляется позитивное настроение, как правило. Музыка позволяет в том числе невербально выразить эмоции, чувства. В рамках музыкальной терапии происходит психотерапевтическое общение, и у человека появляется мотивация к дальнейшей реабилитации, какая-то надежда на то, что что-то может измениться. И очень важно, что человек получает возможность социальной поддержки, особенно в рамках групповой терапии, семейной терапии. Он не изолирован. Теперь хочется поговорить про болезни Паркинсона и болезни Хантингтона, как музыка может применяться с ними. Опять же, я не буду тогда останавливаться на нарушениях. Вы о них знаете. А для чего применяется музыкальная терапия при этих заболеваниях? Во-первых, для поддержания и помощи в осуществлении функций организма как можно дольше. То есть, если после инсульта и черепно-мозговых травм мы стараемся восстановить как можно больше, то здесь мы стараемся поддержать, чтобы замедлить процесс угасания функций. При болезни Паркинсона внешние аудиовизуальные символы могут компенсировать внутренние нервные сигналы, которые ослаблены или отсутствуют из-за недостатка допамина в базальном ядре. При болезни Хантингтона, в принципе, меньше можем сделать, но мы можем поддерживать хоть в течение какого-то времени физические, когнитивные, речевые функции, способствовать релаксации при тревожности, психологическая помощь какая-то, да, то есть в этом общении музыкотерапевтическом возникает, и можем поддерживать процесс питания. С когнитивными нарушениями специфически исследований, показывающих, что при болезни Хантингтона мы можем как-то помочь, к сожалению, нет. То есть это не значит, что музыкальная терапия в неврологическом своем ключе не поможет, просто пока исследований, ну, таких контролируемых, четких нет. Для Паркинсона исследования показывают, что эффективны некоторые виды музыкальной неврологической терапии. Опять же, я говорю, что о том, как проводится данный протокол, можно прочитать в распечатках, которые есть на столе. Можно с ними ознакомиться, скопировать. Работа с коммуникативными нарушениями – это очень-очень развитая сфера. При Паркинсоне неврологическая музыкальная терапия широко применяется и очень эффективно применяется. Музыкальная терапия улучшает динамику, интонацию и артикуляцию речи. Основные протоколы – это вот это, эти четыре протокола, которые мы видим. И видео, которое на английском языке, но я буду переводить по ходу. Tell me your full name. Angel Guian. Скажите ваше полное имя. And when were you diagnosed with Parkinson's disease? Когда вас диагностировали? About 2 weeks ago. Okay. 2 недели назад. What have other people said to you about your voice and speech? Что люди говорят о вашей речи? I called him on the phone one night. He asked me, who is this? Брат позвонил мне, я ему ответил, он спросил, кто это. And so he I talked to him later, and he said it was. Он сказал, что в моей речи очень отличается. For as long as you can. Tell me your full name. Angel Gwynn Gage. Это после занятия. And when were you diagnosed with Parkinson's disease? Approximately 6 weeks ago. 6 недель назад. You've now completed treatment at Texas Voice Project. Do you notice a change in your voice or speech?
Yes, I do. What have you noticed? I've noticed my voice is quite a bit stronger than it was when I first came here. Le voice est plus fort. And singing and things like that is a lot easier. И петь стало легче. Now let me say for as long as you can. Даже прыгать. Можно дольше скажите а. Now I'd like you to count from 1 to 15. Посчитайте от 1 до 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть это одно из очень развитых направлений, этим занимаются в Соединенных Штатах, по крайней мере, ну, вот, страховка покрывает это лечение. Работа с физическими нарушениями при Паркинсоне, при Хантингтоне, мы уже говорили о ритмической аудиторной стимуляции, это использование внешнего ритма для стимуляции внутреннего движения, да, то есть как бы для стимуляции функций организма. Эта техника помогает поддерживать осанку, длину и ритмичность шага и симметричность ходьбы. И также есть другие протоколы, которые помогают. Терапевтическая игра на музыкальных инструментах, которую мы наблюдали в предыдущем клипе, да, когда человек играет на музыкальных инструментах для того, чтобы поддержать какие-то свои функции, имеет особенности, она сильно уменьшает тремор, но результат не всегда генерализируется вне музыки. То есть музыка включается, терапевт перестает петь, и тремор снова начинается. Ритмическая аудиторная стимуляция. Как это выглядит? У пациента проблемы с ходьбой, и музыкальный терапевт с ним работает у него дома для того, чтобы помочь ему двигаться более плавно. Сначала без музыки. Опять же, это не один сеанс, это серия сеансов, терапевтический процесс. При болезни Хантингтона те же техники могут быть использованы, но не для восстановления каких-то функций, а для поддержания функциональности как можно дольше, потому что ну, неврологический — это другой процесс, это деминерализация. Простите, да, я все по-английски это изучала, поэтому мне сложно. Да, но понятно, что там сложно это восстановить, и поэтому просто поддерживаются функции как можно дольше. При этом вследствие когнитивных и перцептивных нарушений при болезни Хантингтона метроном в этом случае эффективнее, чем музыка. То есть музыка оказывается слишком сложным стимулом, который не дает эффекта, а метроном дает этот эффект. Неврологическая музыкальная терапия при рассеянном склерозе. Да, ну опять у нас нарушение. Музыкальная терапия при рассеянном склерозе поддерживает и адаптирует какие-то функции человека, так же, как при Паркинсоне и Хантингтоне.
эффективно музыкальное мнемоническое, мнемонические подсказки музыкальные, когда информация встраивается в музыкальную схему и усиливается нейронная синхронизация, которая необходима для запоминания. Мы об этом говорили, что музыка тогда более эффективна, чем, например, стихотворение в данном контексте. Терапевтическое пение, вокальная интенционная терапия помогает респираторной поддержке, тренировке дыхательных мышц и, соответственно, дольше сохраняет речь при рассеянном склерозе, потому что, как мы уже говорили, мышцы и нейроны задействованы при пении, речи, глотании, дыхании, они одни и те же в области гортани, да, и поэтому, если мы тренируем их через пение, скажем, или игру на духовых инструментах, то и, соответственно, функции биологически важные сохраняются дольше. Кроме того, возможно, психологическая поддержка, от этого улучшается качество жизни, и в том числе исследования показывают, что при улучшении качества жизни улучшается физическое самочувствие и продолжительность жизни. Ну, подробнее о терапевтическом пении. Пение – это контролируемое дыхание по своей сути, да, с задействованием вокальных голосовых связок. И при пении давление внутри трахеи в 4 раза сильнее, чем при речи. То есть даже речевая терапия оказывается менее эффективна, чем музыкальная терапия. Цели при терапевтическом пении – лучше контролировать мускулатуру, задействованную при дыхании и глотании, увеличить объем легких и улучшить артикуляцию, фонацию и проекцию голоса. Как это происходит? Можно посмотреть. Тут тоже человек, который играл на мелодике, на гармонике. Теперь он поет. Просит его петь громче. То есть упражнение повторяется несколько раз, постепенно, чтобы пациенту стало комфортно. Сначала терапевт на себя берет большую часть пения, потом это пение делится между терапевтом и пациентом, и в конце терапевт, ну, старается убедить пациента, чтобы он сам пел. И неврологическая музыкальная терапия при боковом амиотрофическом склерозе. Физические симптомы ПАС, дизартрия, дисфагия, ну, при пульпарной форме уже, диспноя и мышечная спастика. Ну, здесь у меня такой наиболее личный опыт с этим заболеванием, потому что с прошлого года я сотрудничаю со службой поддержки больных баз при Марфо-Мариинской обители. И задачей этого общения было как-то внедрить музыкальную терапию в поддержку больных баз и в том числе, может быть, создать какой-то протокол, который позволял бы поддерживать функции физиологические, коммуникативные для пациентов с баз. Длительный период. Я сразу хочу сказать, что есть обнадеживающий результат. После года я пока не могу ничего подробнее говорить об этом, потому что, ну, это как бы не является научным исследованием, может быть, это там, такие отдельные частные случаи. Но
Я надеюсь, что у нас получится работать и продолжать в этом направлении, и тогда можно будет об этом рассказывать. Когда я стала работать над протоколом, я поняла, что я не знаю, вредит ли физическая нагрузка при вас или помогает, потому что, может быть, она ускорит процесс, да, денервации. И, ну, так, главный принцип – не навреди, поэтому стала искать информацию на эту тему. И в общем и целом, по крайней мере, в западной литературе, как западной, в Австралии об этом много писали, и в США нет научных доказательств тому, что физические упражнения вредны для пациентов с БАС. Доктор Анабелла Пинта, наверное, многие из вас о ней знают, занималась с больными БАС. И первая ее экспериментальная группа показала статистически значимое замедление дыхательных, снижение дыхательных способностей в результате физических упражнений. Упражнения были включены в стандартный уход за больным. В основном это были упражнения на беговой дорожке с поддержкой при необходимости 3 раза в неделю по 10-20 минут. И цель была привести мышцы в движение, но не перенапрячь их. И в 2011 году доктор Пинта сказала, что по результатам ее исследований значительно замедлилось снижение жизненных функций пациентов, которые участвовали в терапевтической программе, и увеличилась продолжительность жизни в постреабилитационный период. И когда я поняла, что, наверное, можно это делать, можно разрабатывать какие-то упражнения для больных БАС, я стала смотреть, что можно сделать для того, чтобы поддержать именно функции дыхания, глотания, речи. И как раз вот неврологическая музыкальная терапия оказалась очень подходящей для этих целей. Есть исследования, которые показывают, что определенные упражнения помогают пациентам, перенесшим инсульт, в контроле слюнного отделения, улучшении респираторной функции в покое, при подъеме гортани, для речи, да, это измерения проводились по стандартным шкалам неврологии. И вот это стало одним из, ну, как бы основных пунктов для создания протокола для больных с БАС. И кроме этого, возможно, еще другие применения музыкальной терапии, такие как семейная терапия, группы поддержки для больных БАС и их родственников, музыка для маскировки шумоаппаратов ИВЛ, и разные приложения, айпэды, смартфоны, они все помогают общаться с больными. И музыка может способствовать, с одной стороны, ну, просто отдыху, досугу, какую-то функцию нести, да, а с другой стороны, игра на вот этих электронных музыкальных инструментах, она требует минимального усилия, да, поэтому, ну, очень большую отдачу иногда дает. А кроме того, музыка может стать стимулом к освоению альтернативных средств коммуникации. И вот этот пилотный протокол, он пока пилотный, потому что мы не знаем точно, научно, да, его эффективности. У нас не было экспериментов с контрольной группой, с достаточно большим количеством людей, которые в этом поучаствовали, просто в силу того, что у нас музыкальных терапевтов в России, к сожалению, мало. Методы основные, которые задействованы в этом протоколе, это метод научной неврологической музыкальной терапии, как раз вот в основном на базе терапевтического пения и терапевтической игры на музыкальных инструментах, ритмической аудиостимуляции, то, о чем мы говорили. Методы паллиативной музыкальной терапии – это в основном психологическая поддержка и, ну, психоэмоциональное вообще состояние человека с облегчением боли. И метод музыкальной терапии для лечения дисфагии по протоколу Кима, который адаптирован для больных с БАС.
структура занятий – это индивидуальные сессии. В группе это делать сложно, ввиду того, что все больные разные, у всех разные формы, у всех разные направления болезни. Там очень трудно найти одинаковые. И три блока по 15 минут, один из них – разминка, когда просто налаживается контакт, в общем и целом пациент приводится в тонус. Второй блок – это как раз упражнения из протокола Кима. И третий блок варьируется в зависимости от индивидуальных потребностей психосоциальных, в первую очередь, пациента. И рекомендуемая частота 2-3 раза в неделю. Я не знаю, насколько нужно говорить об этом подробно. Я принесла протокол в двух экземплярах. С одной стороны, это протокол для специалистов с обоснованием того, почему и как мы это делаем, и подробно расписанные упражнения, и памятка для пациентов в более облегченном варианте, простым языком написанная и менее инвазивно, может быть, для тех случаев, когда нет возможности заниматься с музыкальным терапевтом, пациенты могли бы это делать сами, с родственниками или как-то еще. И на них можно посмотреть, можно их скопировать. Я только за. Да, то есть первая часть — разминка, вторая часть — тренировка глотательной функции. То есть это такие упражнения, которые напоминают вокальные распевки, например, да, то есть контролируя звук, мы контролируем мышцы, гортани, мы укрепляем нейронные связи, и есть надежда, что это помогает. Дыхание и работа над индивидуальными целями пациента может включать в себя нагрузку, цели могут включать в себя нагрузку на выбранную группу мышц, на самовыражение, эмоциональную регуляцию, снятие апатии, в общем и целом, период неприятия болезни. Инструменты, опять же, тоже могут быть использованы самые разные в разные периоды болезни и при разных симптомах. Я не знаю, наверное, все устали уже, я не буду показывать тогда видео. Просто есть некоторое количество инструментов, которые позволяют с минимальным усилием взаимодействовать музыкально с музыкальным терапевтом или с другими людьми. Одна из технологий называется SoundBeam. Если кому-то интересно, можно посмотреть протоколы. В индивидуальные цели может входить терапевтическое пение для работы над артикуляцией, релаксацией. И опять же, для этого подбирается музыка по определенным критериям и с учетом предпочтений пациента. Может входить сюда вокальная психотерапия, психотерапевтическое пение, когда внимание уделяется эмоциям, мыслям и самовыражению пациента. В отличие от терапевтического пения, просто терапевтического пения, когда мы смотрим на качество звука, на качество пения для того, чтобы усилить респираторную функцию. При психотерапевтическом пении мы позволяем пациенту выразиться и не смотрим на качество, смотрим на взаимодействие, терапевтический, психотерапевтический процесс, в данном случае, между пациентом и терапевтом. Даже пение какой-то песни терапевта может стать очень сильным опытом для пациента. Можно писать и переделывать песни, когда человек может что-то сделать на фоне общих ограничений, которые возникают во время этой болезни. Даже выбор песни, например, движением глаз, вот карточка там, с одной с песней, карточка с другой песни, какую вы хотите сейчас, и пациент выбирает одну из них, для него это уже все равно ощущение «я могу», «я что-то делаю», «мой выбор значим для других людей». И это бывает очень важно для пациента в конце жизни. Ну и я просто хочу всех пригласить, если кто-то интересуется, в том числе протоколами, они выложены на сайте, сайт musterapeut.ru. Это некоммерческий образовательный проект, направленный на развитие доказательной музыкальной терапии в России.
И связаться со мной можно через email или через сайт. Там есть форма вопроса, задать вопрос. Можно мне написать, если есть какие-то вопросы. Я буду рада ответить, насколько я могу. Спасибо большое за то, что вы сегодня пришли, за то, что вы открыты новым каким-то технологиям. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Ну, в общем, спиннинг, конечно, все со всеми руками, конечно, тоже хотелось.